Всем привет! Сегодня я улетаю в Турцию. Чемоданчик. Все, я собралась. За мной уже приехало такси, я еду в Альянс и потом в аэропорт. Ставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, простите меня. Здесь я говорю, что 80% русскоговорящие здесь отдыхают, соответственно, вся анимация на русском языке. Мы продолжаем видеоблог. Смотрим последний ответ. Да. Сегодняшний день заканчивается. А тебе я для коктейльчиком иду вообще? Я уже выпила сегодня. Очень за этот отель. Интересно. Коктейль не приглашаешь? Очень.
сегодня только второй день. Мы находимся в Турции, ездим в отель. Сейчас мы находимся в Седре. Мои коллеги пошли смотреть номера. Я сейчас пойду на ресепшн на лобби, потому что сегодня очень чувствую. И в принципе устала. Женские дни, так можно сказать. Вот поэтому я возвращаюсь. Все, мы заселяемся. Окей. Ну что, показываю, куда нас заселили. Заселили нас. Надо карточку ставить. Вот, вот такой вот номер. Здесь я. Мы едем в античный город. С попутчицами. Едем. Все, мы приехали. Вот он летает. А, это уже? Как вы думаете, почему так много мужчин здесь? М? Это для вас. Я заказала. Мне кажется, это чтобы, ну, вы, я выбрала своего потенциального жениха. Мега-сарай. Вот
20. 20-е. Да. Мы идем. Так, 22 у нас везде на самом деле. У нас начинается дождик. Ой, мы совсем далеко посидим. Да? Да, нормально. Ламбада, мы танцуем у бара весь день. Я рядом ночью, тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем у бара весь день. Я рядом ночью.
Тбилиси. Смотрите этот вид на горы. Просто шикарно. И мы живем вот в таких вот, как бунгало считать. У нас... Just like the monkey up in this my whole life. And now I'm back to the sea, thank you for more time.